Привет всем! В этом видео уроке я хочу вам рассказать, как можно самому сделать такую оснастку фидерную, как оснастка с применением кормушки типа метод. Выглядит она таким образом. В данном случае она на 60 грамм. Итак, берем основную леску, продеваем через кормушку. Так, продели. Далее нам необходимо заготовить поводок с крючком длиной от 5 до 10 сантиметров и привязать его к верхлюжку. Я это сделал заранее, чтобы не тратить ваше время. И привязываем основную леску к верхлюжку. Любым узлом. Я использую узел клинч. Лишний край отрежу. Так, и смотрим, что у нас получилось. Вот, получилась вот такая оснастка. Ее можно сделать как глухой, так и скользячей. В данном случае она глухая. Если вы хотите сделать ее скользящую, то здесь возле верхлюжка мы ставим дробинку, либо бусинку, либо стопорок, чтобы верхлюжок не заходил плотно в это отверстие. Если у нас она глухая, то верхлюжок должен быть подобран так, чтобы он плотно сидел в отверстии. Снасть простая. Спасибо, что смотрели. Удачи всем!